Привет, привет, мои дорогие. Жара невозможная. Уже только сидим под зонтиком. Викуля спит, приехали ребятишки. Я вот мороженое захотела сожрать. Просто пломбир. Подумала, кофе. Не. В такую жару кофе много пить нельзя. Тут я не на середине. Сзади меня растет виноград. Самое то. Ну, сейчас, конечно, мороженое, смотрите, да, вот чуть-чуть из морозилки постояло, сразу тает. Оно даже не холодное. Раньше боялись детям давать мороженое. А сейчас... Как взбитые сливки. Ну, замороженные взбитые сливки. Ну, так я вот взбитые сливки не люблю. Но в жару хочется кваса, мороженого, минералки. Или просто воды. Ну, все равно ну, вкусное. Но я больше люблю крем-брюле. Здесь его не было. Мы с утра ходили. Замороженное даже есть не хочется. Я же не знаю, что кушать-то. Вечером надо домой, завтра на работу. Как работать сутки? Уму непостижимо. Я стаканчик не знаю, есть или не есть. Вот в чем вопрос. Воду поменяли в бассейне. Они, ребятишки, пока купаться невозможно. Вода из скважины. Очень-очень холодная. Земляники что-то... Ой, не земляники, а клубники что-то у нас не очень много. И она почему-то еще кислая. Краснеет только. И кисловатая. Уже даже малинка. Кое-где на кустах появляется малинка. Я его сразу Вика ест. Клубники уже она не хочет. Не земляни... Ну, блин, земляника, господи. Ну, не хочет она уже. Наелась. Вчера все ела арбуз. Еще сегодня с утра сразу арбуз. Ну, чуть-чуть вермишель поела. Кашу... Я говорю, пошли молока купим с утра. Кашу сварим. Нет, кашу не буду. Кстати, не знаю, конечно, как, говорила или нет. Если ребенок плохо, ну, молочные продукты. И нет аллергии на мороженое. Пусть ест мороженое. Это заменитель кальция. Ну, как в твороге у нас вот. Яна, и вообще у меня мороженое очень любила. Почему еще хотят дети мороженое? Оно вкусное. Но есть дети, которые не любят творог. Что есть мороженое, то есть и в твороге. Сколько-то не то, да кальция все равно присутствует. Все равно даже молочное мороженое делают на молоке. Так что, если нет аллергии, давайте детям мороженое. Пусть оно погреется. Я помню, маленькая тоже любила мороженое. Мне его раз разогреть, или постоит, или, ну, не было же микроволновок. Или на огне. Я вот так ела его. Вафельку. Не хочу я вафельку. Вот так вот. А сейчас в жару только мороженое хочется. Даже не знаю, что хочется есть-то. Все, с вами Наташа. Всех обняла. Пишите. Письма. Спасибо, спасибо, кто меня поддерживает. Пока-пока.